Сегодня в мире животных развелось очень много животных, которые глючат. Эти птицы настолько насрать, что они даже не обращают внимания на человека. Хоть жопой садись, им все равно. Как мне достали эти анималисты? Прошлые хотя бы жопой об нас не терлись. Этот извращенец какой-то. Терпите, парни, не палимся. Я теперь вижу себя в отражении. О, да. Мои усики. Я красавчик. Теперь можно пялиться на себя 1000 лет. А анфас, ты посмотри, какой анфас, какой подбородок. Как у Бэтмена. Сочный профиль. Я сейчас выйду, как он, в окно. Мыши всегда уходят в окно. К черту двери, только окна. Ухожу со свистом. Если у вас нет дома тренажеров, то вам подойдут любые подручные средства. В моем случае это сливневый канал. Опа! Итак, 10 подходов. Но если у тебя нет сливневой трубы, воспользуйся буквами, вывесками и другими уличными. Я не голоден. Побежал не дома, а я тебе наготовила. Ну ладно, че ты, ну пригрузи. Валера, выходи глянь, Валер, Валер. Открывай дверь, Валера! Чё ты съел, что ли? Валера, выходи, я мячик! Ты чё за сранец двери ловишься? Валера не выйдет! Он уроки делает! Какой Валера, бать? Твою мать, а чё с мячом? Он тебе приклеился, надо разбег взять. Скрытые камеры – лучшее средство защиты от воров. В нашем случае мы разработали новую модель, которая крепится прямо на воздух. Вам больше не нужны стены, вам больше не нужны потолки или полы. Крепите камеру куда угодно при помощи супер-пупер-присоски Вантус. Привет, я Гвен. Я заказал эту камеру, чтобы проверить. Она крепится действительно почти на любую поверхность. Я же прикрепил ее на дверь и открыл дверь. Это невероятно. Но если камеру прикрепить вот так, то дверь не сможет закрываться. Это невероятно. Ну и получается, что одна створка открывается, другая не закрывается. Но я и подумал, зачем мне закрывать дверь, если у меня стоит скрытая камера от Сисюр. В общем, я ставлю этой камере 10 из 10 камер. Безделухи, брюлики. Копать, раскапывать, тайнички, трофеи. Но как это и бывает, нужно вначале обойти систему защиты. Собака. Сперва я попробую ее погладить. Если система сработает, я ударю ее лопатой. Система защиты дала отпор. Ищем другой метод. Контур беры, когда все идет не по плану. Если собака может укусить, то куску... Какого черта? Это мое барбекю! Попался, расхититель помоев. Этот дом полон страха. В нем двойные шкафы с проходом насквозь. В стенах что-то спрятано за картинами. И провода идут наверх. Придется лезть наверх. Хорошо, что я еще не видел ни одного призрака, а то бы я кирпичей здесь навалил. Что это? Приятного аппетита, господин мэр. Я вас тут немножечко пограблю, но вы не обращайте внимания, отрывайтесь от своего стейка. 08-06-91, ага. О, ножницы пригодятся. Используем ножницы по назначению. Отлично. У меня есть диск. Василий, хватит громко музыку слушать. Граф вампир Дракула спит. А черт, он просыпается, валим. Вначале я думал, что это зеркало, но это окно.
тайное окно, через которое я вижу другую комнату. А с этой стороны это дерьмовое зеркало. Знакомьтесь, это Гоша. И у него не показывает телевизор. Если у вас такая же проблема, то звоните Мише-настройщику, и он починит вашу антенну. Твою мать, Миша не показывает! И помните, просмотр телевизора вплотную влияет на отслоение сетчатки. Если к вашим детям пристает какой-то мужик на улице или в вашем доме, то научите детей давать отпор. Если же ребенка заманивают конфеткой или игрушкой, то научите ребенка отказывать и отходить от чужака в сторонку. В противном случае это может привести к необратимым последствиям. Ну чё, пацан, пойдем. За самолетик пойдешь, да, со мной? Ну пошли. Афанасий, я сколько раз тебя учил не брать у чужаков ничего? Па, ну это мой самолет. А ну отошел от него. Мое чело, да еще и в моем доме. А тебя, Афанасий, вообще ничего не учит, даже клетка. Теперь ты тут посиди и подумай над своим поведением. Шифр наугад, шифр наугад, шифр наугад, шифр наугад. Хера же открылась! Руки в ноги и дрейфуем! Дрейфуем от этого пекла подальше! Рыбья косточка! Он поставил прав, он за мной бежит! Замок на двери! Что за шизофреник ставит замок? Попался, картавый! Я все равно стрисну отсюда. Нужно только руку протянуть до ключа. Пришел, блин, на экскурсию в музей. Тут капканы на меня ставят. Стекла битые рассыпают. Вон пацан тоже шкерится. Этот охранник совсем охуел. А, картавый мой рот. Ну привет, картавенький. Говорил пацанам, что драться 4 часа в музее это тухляк. А теперь жалею, что пришел сюда. Двери закрыты, все кости переломал этими капканами. Еще и шкериться приходится от этого охранника бешеного. У нас есть крутой квест-челлендж, Славик, говорили они мне. Теперь я один тут жопу рву, пока они шкерятся. Ну и пусть, у меня есть коварный план, который я сейчас реализую. Рука сквозь ноги. А нечего широко расставлять ноги. Теперь мне нужно действовать тонко, и все двери передо мной откроются. Черт, он меня услышал. Я от страху картавлю даже там, где нет буквы Р. Зато я здорово кручу болты. Где этот ушлепок? Еще один открутить. Как меня достали эти челленджисты? Уже пятые за год. Понасмотрятся своего и тупо, и тики-така. Этот старпер вообще не шарит в этой теме. Зато он будет звездой Ютуба, надо парить. Сейчас ты у меня отправишься к звездам. Квест почти пройден. Взять огнетушитель, затушить костер. И я выберусь из этой дыры. Вроде бы никого нету. Души пожар спалился. Похоже, надо звонить браткам. О, блин, дело плохо. Надо быстрее тушить пожар. Все, дрейфуем отсюда, сдрейщиваем. Далеко собрался? На первый этаж, а что? Засранец. Быстрее, я должен успеть. Ковыряйтесь, досочки. Не подведите меня, ручечки. Открывайся! Наконец-то я... Рома, давай сюда! Рыщи! Далеко собрались? Звезды Ютуба, 24 часа, мать вашу! Какого? Славик, что-то я очкую! Помоги! Славик, надо помочь ему, кажется! Ты чё, сдурел? Он нас ловил! Ну это же мой батя! Батя, ты как? Но ты засранец. Но я все равно тебя люблю. Бать, это все из-за хайпа на Ютубе. Мы хотели прославиться. Ну вот как? Как меня достала эта шушера. Вечно убирать за ними приходится. Рома.
Привет, сосед 2. Пародия на жизнь. Это финал. Надеюсь, тебе понравилось. А еще игра в конце мне преподнесла крутую фишечку. Прочитал вот эту всю лоботну о том, что игра не готова, и... Испанский стыд феерическая фиаско. Это просто абзац. А, приснится же такое.